Привет! Ты смотришь Team Daily. И прямо сейчас мы находимся в парке Зарядье на красивейшей набережной. Именно здесь буквально через несколько минут пройдет показ российского дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды. Алена прославилась тем, что создавала коллекции на основе сюжетов российских и зарубежных сказок. Ну а чем она порадует нас в этот раз, мы скоро узнаем. Что такое Team Daily? Это нужно видеть. Ищи приложение в App Store и Google Play. Team Daily – твой друг навсегда. Впервые, это удивительно, но впервые я познакомилась с Аленой, когда меня пригласили на ее показ в Париже. Это было очень много лет назад. Мне безумно понравилась эта хрупкая, утонченная девушка, которая с большим таким достоинством несла образ русского дизайнера в широкие массы. Мне кажется, ее работа, она очень важна, потому что она всегда делает очень женственные наряды, которые подходят любой девушке, любой комплекции, но при этом эта девушка должна быть обязательно немножко романтичной, потому что она такая вроде живет в современном мегаполисе, а с другой стороны она всегда помнит о своих корнях, о том, кто она и откуда она, и это очень важно, это вот такой именно бренд, ну как бы ДНК бренда. Варвар, ну и самый очевидный вопрос. Поделитесь впечатлениями от показа. Не хочется повторяться, но это было очень красиво, потому что вот эти идущие вперед модели, проплывающие корабли, фиговина, торчащие над нами, как какой-то НЛО, как какой-то, не знаю. Короче, все сошлось вообще очень красиво. А что лично вам понравилось из вещей, чтобы вот вы бы сами уже надели бы? Мне очень понравились платья с такими длинными рукавами. Понравилось одно из первых таких белых с розовым. А так буду просматривать свои видео, которые я успела снять, и отмечать. Мне очень понравилось, как всегда. Обожаю цвета, фактуру. В общем, все как всегда очень красиво. Как давно знакомы с брендом и с самой Аленой? Ну, давно, наверное, уже лет 5, может быть, даже побольше. Я ездила в Каны, и Алена специально для меня делала платье. Это был такой мой первый крупный фестиваль. С творчеством Алены я знакома уже, наверное, лет 10, не меньше. И с удовольствием надеваю ее наряды и на работу, и по каким-то торжественным случаям. И для меня Алена – это воплощение русского стиля. Все настолько индивидуально у Алены. И цвета, и принты. Мне кажется, она вне модных тенденций. Она создает какой-то свой собственный мир. А на вас сегодня тоже Алена Ахмадулина? Да, конечно же, Алена Ахмадулина. Замечательный костюм цвета лета, цвета зеленой травы. Лин, расскажите, как давно знакомы с брендом Алены Ахмадулиной? Вообще, в принципе, что вам нравится, тем более вы сами стилист. Вообще, что вы для себя отмечаете, что находите в этом бренде? Ну, я знаю бренд Алены Ахмадулиной, наверное, со времен его создания, потому что это знаковый бренд на нашем рынке. Это бренд, который в свое ДНК заложил русскую культуру, да, эстетику русских народных промыслов. Поэтому, конечно, знать и любить этот бренд приятно. Алина, вам показ понравился? Что понравилось? Какие бы модели, возможно, бы уже хотели сами приобрести? Ой, я в восторге абсолютно от вот этого большого оверсайз-свитера с шортами, такого красивого, благородного цвета Барби. Мне очень понравился шарф-покрывало, которое дополняло и черный брючный костюм, и другие элементы в коллекции. Такой, знаете, красивый лейтмотив, который можно приобрести, и он вот на года с тобой останется. Ну вот, показ от Алены Ахмадулиной и закончился. А мы в очередной раз убедились в том, что красота спасет мир. С тобой был Team Daily. Всем пока, подписывайся на канал и ставь лайки.